Эту сказку с шокирующим концом тебе точно не рассказывали в детстве. Но зато ее до сих пор на ночь рассказывают детям чукчей. Готов слушать? Однажды две девочки отправились в тундру собирать ягоды и услышали, как над удочке играет десятилапое чудовище Келли. И тут Келли оставил дудочку и ушел собирать ягоды. А девочки нашли эту дудочку и начали на ней играть. Они так увлеклись, что даже не заметили, как Келли вернулся. Он схватил их, повесил на дерево, а сам лег спать. Но девочки попросили пролетавшую мимо птицу их освободить и убежали. Проснувшись, Келли бросился в погоню. Когда он добрался до широкой реки, девочки уже перебрались на другой берег. А он спросил их, а как к вам попасть? А девочки посоветовали ему выпить из реки всю воду. Глупый Келли так и поступил, но выпил слишком много воды и лопнул.